Добрый день. Мы представляем вашему вниманию очередной выпуск экономического календаря. Обзор основных новостей экономики на эту среду, 24 августа. В 6 утра будут представлены итоговые данные по росту ВВП Германии за второй квартал. По предварительным данным, квартальный рост составил 0,4%. Это ниже по сравнению с первым кварталом, когда был зафиксирован рост на уровне 0,7%. В 8:30 утра будут представлены данные по одобренным ипотечным кредитам Великобритании за июль. В июне накануне Брексита количество одобренных кредитов сократилось. И скорее всего, что в июле данные окажутся еще слабее. В час дня по Гринвичу будут представлены данные по индексу цен на рынке жилья США за июнь. В мае рост индекса не оправдал ожиданий рынка. Рост индекса был самым низким за последние 11 месяцев. К 2 часам выйдут данные по продажам на вторичном рынке США за июль. В июне объем продаж достиг максимального уровня почти за год, что было обусловлено ростом покупок среди новых покупателей. С вами был я, Сэм Мередит. Завтра мы представим вашему вниманию обзор основных новостей на четверг. На сегодня все. До свидания.